Светлую седмицу Звенигород действительно звенит. Переливы церковных колоколов Успенского собора на городке разносят во все концы радость пасхального праздника. Сюда приезжают звонари со всех уголков нашей страны на Московский пасхальный фестиваль. Церковь – это есть живой организм. Церковь – это не значит, что здание. Церковь – это народ. И голос народа должен звучать. И вот олицетворение этого звучит голос церкви звоном, как бы инструментом. Овладеть этим инструментом и навыком непросто, говорят участники фестиваля. На больших звонницах один человек управляет от 15 до 20 колоколами. Для этого требуются годы тренировок. Звонарь не просто музыкант, исполняющий какие-то мелодии на колоколах. Звонарь – это еще и призвание, это служение, и не только церковное служение, но и служение искусству, потому что колокольный звон – это одно из древнейших церковных искусств и огромная часть русской музыки. Из Новгорода, Омска, Саратова, Рыбинска у каждого города свои музыкальные мотивы. Фестиваль дарит возможность познакомиться с традициями колокольного звона разных городов и стран. Но главное, эта музыка умеет лечить души, уверяют прихожане храма. Я успокаиваюсь, у меня уходят все суетные мысли, возникает какое-то чувство равновесия, баланса, гармонии. Я чувствую радость, спокойствие, умиротворение. Душа как будто поет. Фестиваль проходит в православных храмах не только Москвы и Подмосковья, но и в других городах нашей страны. После окончания музыкальной программы все желающие смогли самостоятельно попробовать сыграть на колоколах. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».